уникальная возможность для каждого человека стать здоровым. Но мы-то с вами знаем, что здоровье не купишь ни за какие деньги, правда? И все-таки деньги для каждого человека очень важны. Мы сами с вами определяем свой финансовый потолок. Мы сами с вами ищем возможности и находим возможности для доходов. Так вот, в Наюта Глобал несколько источников дохода. Это, конечно же, от роста структур. Это пассивный доход для абсолютно каждого человека. Даже если человек пришел и пока еще разбирается, вникает, немножко не понимает, откуда, что, он все равно будет зарабатывать. Такого нет ни в одной сетевой компании. У нас есть система аватаров, у нас есть новый семейный бонус, и у нас есть теперь лидерский бонус. Я сегодня давала рекламу о нашей встрече и написала: впервые в MLM достойное предложение для лидеров. Вот лидерский бонус – это и есть то самое достойное предложение. Я думаю, что многим из вас это предложение придется по душе, даже если вы считаете себя совсем не лидером. Хотя лидерами не рождаются. Итак, компания Наюта теперь имеет 4 варианта сотрудничества с компанией. Первый вариант – это, конечно же, клиент. Мы все с вами клиенты, потому что мы с вами ходим в магазин, мы с вами что-то где-то покупаем, мы с вами что-то где-то заказываем. И поэтому, конечно, мы с вами все в первую очередь клиенты. И мы с вами знаем, что если мы идем в магазин, с нас за вход в магазин денег не берут. Соответственно, и у нас в Наюта клиенты – это наши любимые потребители, которые регистрируются на сайте абсолютно бесплатно и покупают себе продукцию тогда, когда хотят, столько, сколько хотят, и, к сожалению, по 100% стоимости. Следующий вариант – это пакет семя. Затем идет пакет плод и, наконец, пакет VIP. Давайте мы с вами разберем это по очереди. Ну, о пакете клиент или о клиентском входе я вам уже все рассказала. Давайте остановимся на пакете семя. Стоимость этого пакета $31.25 или $31.25. Пи – это внутренняя единица компании, равная $1. Этот пакет накопительный. Но у него тоже есть свои преимущества. И в первую очередь это, конечно, бизнес-место в системе, которое открывает 20-уровневую площадку. Это онлайн-школы и вебинары. И человек может зайти и обучаться, как правильно строить структуру, как приглашать, как работать. Это, конечно, возможность сделать апгрейд на пакет плод и пакет VIP. Но это накопительный вариант. То есть до момента, пока на вашем кошельке накопится средства на пакет плод или на пакет VIP, у вас кошелек закрыт. Вы не сможете выводить эти средства. Но у вас есть пассивный доход от структуры. Вы будете получать кэшбэк при покупке товаров. И пассивный доход – это $1. Для тех партнеров, которые все-таки решат по какой-то причине заходить на пакет семя, я могу сказать только одно. Жизнь штука сложная, и иногда бывает так, что денег, ну, вот просто нет. Поэтому, если вы
решаете для себя, что вам компания понравилась, что вам понравились продукты, что маркетинг у нас вот просто замечательный, и вы хотите работать, вы хотите разобраться, не стоит бояться такого маленького входа, и не стоит бояться, что вы там не можете первое время выводить средства. Разберетесь. Появятся деньги, заработаете и обязательно пойдете дальше. Обязательно сделаете апгрейд на пакет плод. Но что такое пакет плод? Это прежде всего, конечно, стоимость 250 пи или 250 долларов. И в этом случае вы уже становитесь партнером, которому доступен открытый кошелек. То есть, начиная с одного доллара, вы уже сможете выводить заработанные средства. Конечно же, это бизнес-место с 20-уровневой структурой. Конечно же, это школы, вебинары. Конечно же, это реинвесты, реинвестиционные аватары, о которых я скажу чуть позже. И кэшбэк. А когда вы станете двумя звездами, то есть повысите свой статус, вы уже будете получать кэшбэк и от группового товарооборота. Поставьте мне плюсики, если с этими тремя вариантами вам все понятно. Клиент, семя, плод. Если вам все здесь понятно, то я еще раз напоминаю, что в этих трех вариантах у нас нет никаких обязаловок. Вас никто не заставит приглашать, вас никто не заставит покупать, вас никто не заставит делать какую-то активность. Все осталось на том же уровне, на котором и было. Вы можете выбирать любой из этих пакетов, семя, плод, в соответствии с условиями, получать какие-то свои результаты без каких-либо обязаловок. С пакета семя апгрейд можно делать и на пакет плод, и на пакет VIP. Вот о пакете VIP я сейчас немножко поподробнее вам расскажу. Что такое пакет VIP? Пакет VIP это в первую очередь, конечно, удвоенный пакет плод. По всем параметрам, и по деньгам, и по составу. То есть, если вы заходите на пакет плод, вам в этот пакет входит еще и продукт. Упаковочка, баночка соли. Наш продукт, который вы попробуете, и потом уже будете решать для себя, насколько вам это интересно. Пакет VIP стоит 500 пи, то есть 500 долларов. И этот пакет отличается тем, что вы получаете то же самое, бизнес-место. Вы точно так же получаете право на школы и вебинары. Вы получаете открытый кошелек. Вы получаете право на реинвестиционные аватары. Вы получаете право на кэшбэк личный от личных покупок и от группового товарооборота. Когда вы поднимаетесь по статусам, потому что групповой у нас с двух звезд идет. У вас будет пассивный доход 1 доллар от каждого места, которое будет вставать под вами. И вам открывается новый вид дохода, который называется семейный бонус. Давайте разберем, что вы зарабатываете в случае, если вы приглашаете партнера на пакет плод. Вот вы тоже зашли на пакет плод, под вами встали два аватара вашего спонсора, вы приглашаете партнера на пакет плод, система вам сразу же начисляет бонус за рекомендацию 50 пи, ставит вам в структуру 3 подарочных места семя. Каждое из этих четырех мест
принесет вам на ваш кошелек по $1. В результате ваш доход будет $54 с одного приглашенного партнера на пакет Плод. Понятно это? Еще раз повторяю. Бонус за рекомендацию 50. Премия 3 подарочных аватара. И бонус семя $1 с каждого места, которое встает в вашу структуру. Если же вы пришли и пригласили на пакет VIP, то система точно так же ставит под вами одно место вашего приглашенного. Но поскольку оно состоит из двух сумм по 250, то вам на кошелек придет $100 бонус за рекомендацию. Точно так же вам поставят 3 семени подарочные, да, премия, и бонус семя по $1 за каждое место, которое здесь встает. Таким образом, ваш доход будет составлять 105 пи. И в этом случае у вас уже появляется право выбора, какую продукцию получить. То есть, если вы заходите на пакет Плод, то вы получаете только соль. Если вы заходите на VIP-пакет, вы можете выбирать. Вы можете заказать 2 баночки соли. Вы можете заказать соль на Ютачион и мыло детокс. Вы можете заказать 2 на Ютачион и мыло детокс. Записали? Возьмите ручки, тетрадки и запишите, какой выбор у тех, кто заходит на VIP-пакет. Еще раз обращаю ваше внимание. Бонус за рекомендацию на пакет VIP 100 пи, $100. Премия остается той же, 3 подарочных аватара семя и бонус семя по $1 за каждое семя и $2 за VIP место. То есть здесь вы зарабатываете $105, а продукция на выбор. Отлично, все поняли. Идем дальше. Еще раз повторюсь, что с любого стартового пакета мы всегда можем делать апгрейд. С семени мы можем сделать апгрейд на плод и на VIP. С плода мы можем сделать апгрейд на VIP. Когда мы приходим, регистрируемся, мы получаем не просто свое место в бизнес-системе, а получаем бэк-офис. И я очень хочу всех поздравить, всех партнеров с тем, что у нас в самое ближайшее время осуществится мечта. Мы будем работать на нашем новом сайте. Это будет потрясающая программа, это будут новые возможности. Это очень-очень здорово. И в этом кабинете будет практически та же самая площадка, те же самые функции для работы. То есть мы занимаемся бизнесом. Я всегда вам говорю, мы с вами предприниматели. А каждый предприниматель, который развивает свою собственную какую-то организацию, какой-то бизнес, какое-то дело, он знает, что если не вкладывать в бизнес средства, то бизнес может развалиться. То есть надо вкладывать деньги. И поэтому наша уникальная бизнес-система
оборудована счетчиком. То есть у нас работают бесконечно повторяющиеся циклы в сумме $156.25. Для гостей поясняю, что это такое. Смотрите, когда на наш кошелек поступают средства, счетчик их считает. И вот эта сумма 156.25, она делится на две части. Первая часть – это 80%. Вторая часть – это 20%. Вот 80% или $125 от этого цикла – это деньги, которые мы с вами можем забирать и пользоваться ими так, как мы хотим. Выводить, покупать продукцию, переводить своим партнерам, делаем с ними все, что нам вздумается. Когда счетчик отсчитает $125, он кошелек закрывает и открывает второй кошелечек. На нем система собирает $31.25. Вот эти деньги мы с вами забрать не можем. На эти деньги система автоматически покупает нам наши дополнительные места или реинвестиционные аватары. Смотрите, как все мудро продумано. 20% от дохода мы возвращаем в свой бизнес. Площадка у нас 20-уровневая. А на 20 уровнях этой площадки у нас находится 2 миллиона ячеек. И если мы говорим о том, что каждое место, которое встает на нашу бизнес-площадку, на наш кошелек, всегда будет приносить по $1 пассивного дохода, то мы с вами будем знать твердо, что к закрытию первой нашей бизнес-площадки через наш кошелек пройдет $2 миллиона. Которые будут счетчиком отсчитываться по циклам 156-25. И если мы эти $2 миллиона разделим на цикл 156-25, мы получим с вами, что к закрытию первой площадки наших с вами бизнес-мест будет 13 тысяч штук. Они не станут плодами, они не станут випами, но они всегда будут стоять в нашей площадке и увеличивать доход, который поступает к нам от каждого места, которое встает на нашу площадку. 20% мы всегда будем возвращать в бизнес. Это и есть те самые бесконечно повторяющиеся циклы, которые всегда будут приносить доход, выгоду, пользу. Каждый ваш аватар собирает по $1 с каждого, кто встает в его структуру. Но это же без ваших дополнительных вложений, правильно? Вы их зарабатываете. Каждый ваш аватар будет приносить по $1 не только вам, а всем, кто будет стоять на пути этого доллара на 20 уровней вверх. Соответственно, впервые в MLM-индустрии маркетинг, в котором мы друг другу выгодны. Чем больше зарабатывает спонсор, тем больше циклов у него срабатывает, тем больше вниз идет дополнительных мест и, соответственно, тем больше вверх идет по $1. Чем больше зарабатывают ниже стоящие, тем больше аватаров и вверх идет по $1. То есть это уникальная возможность практически для 100% людей, которые приходят к нам в компанию.
потому что у нас действительно зарабатывает 100% партнеров. А теперь давайте немножко поговорим о интернет-магазине на Юта Молл. А что мы с него получаем? Вы видите на вашем экране цифры. Напишите, пожалуйста, если звука нет, чтобы перезашли или перезагрузили, потому что все говорят, что звук хороший. Итак, давайте вернемся к тому, что с 1 марта у нас чуть-чуть изменился маркетинг. Но практически никто ничего не теряет, а только выигрывает. Да, в интернет-магазине изменился процент кэшбэка. Первая звезда, когда вы регистрируетесь, дает вам право на 20% кэшбэк от валовой стоимости. От валовой стоимости продукта. Валовая стоимость есть в магазине рядом с долларовой стоимостью. Пожалуйста, вопросы после того, как я закончу. Хорошо? Как только вы дошли до второй звезды, ваш кэшбэк увеличивается до 30%. И вместе с тем у вас появляется кэшбэк от группового товарооборота 10%. Здорово, правда? Две звезды – это первый статус в карьере на Юте. И он достаточно серьезный. То есть, если партнер повышает свои статусы, то это значит, что партнер увидел возможности не просто для дохода, а для огромного дохода. То есть он проявил свою активность. И как только вы получаете статус 2 стар, 2 звезды, вы получаете кэшбэк не только от личных покупок, а еще и 10% от балловой стоимости ваших нижестоящих, от их покупок. 3 звезды, вы уже 37% имеете кэшбэк. И 7% от группового товарооборота. 4 звезды – уже 42% от личных покупок и 5% от группового товарооборота. 5 звезд – 46% от личного товарооборота, от личных покупок и 4% от группового товарооборота. Ну, здесь вот можно еще 6,8 посмотреть, 6 это 49,3, 7,51,2 и 8 стар это 52% от личных покупок и 1% от группового товарооборота. Но если вдруг среди нас с вами есть люди, которые предпочитают заниматься продвижением интернет-магазина, продвижением продукции, то есть являются супер замечательными продавцами, то теперь для вас, дорогие мои, появился еще один вид дохода. И это круто, потому что если вы, ну, по какой-то причине предпочитаете просто заниматься продажами, вы получаете потрясающие возможности. Потому что если через ваш магазин прошли продажи от 500 до 1500 баллов, то вы получаете еще 5% с товарооборота. Опять же, от балловой стоимости. Если вы вообще супер замечательный продавец, и в вашем магазине, в вашем кабинете отражается, что вы продали продукты от 1500 до 2500 баллов, вы уже получаете 10% от товарооборота. Плюсом вот к этим цифрам
Понимаете? Ну и если вы продаете продукцию на от 2,5 тысяч баллов и до бесконечности, то ваш кэшбэк увеличивается на 15% с товарооборота. Давайте еще раз. Например, вы 2 звезды. Ваш товар кэшбэк от личных покупок 30%. Но вы так хорошо продаете, что вы продали в месяц на 2,5 тысячи баллов. Так вот, к вашим 30 прибавится 15. И ваш кэшбэк будет 45%. Разве это не здорово? Да это потрясающе. Так, поехали дальше. А вот теперь важная информация. На вашем экране новые условия по статусам. Они будут работать с 1 июля 2020 года, потому что у нас сейчас идет промоушен на поездку в Южную Корею, на вторую годовщину компании «Наюта». И мистер Че сделал, ну, такую скидочку нам, да, то есть до 1 июля мы работаем по старым условиям, а с 1 июля статусы будем закрывать уже по новым условиям. Итак, старые условия сохраняются до 1 июля, то есть для того, чтобы стать 2 звездами, вам нужно 7 плодов поставить слева, 7 плодов справа, а с 1 июля среди этих 7 и 7 должно быть 2 ваших лично приглашенных слева и 2 ваших лично приглашенных справа. Статус 3 звезды. По старым условиям у нас должно быть 2 двухзвездочника слева и 2 двухзвездочника справа. И совсем не важно, чьи это партнеры, чьи они личники. С 1 июля для того, чтобы закрыть квалификацию 3 стар, нам надо 1 личника слева и 1 личника справа поднять, воспитать, вырастить до, не пишет у меня что-то, до 2 звезд. Понятно это? 4 звезды. То же самое. До 1 июля 2 трехзвездочника слева, 2 справа. И неважно, чьи они лично приглашены. С 1 июля 1 трехзвездочник слева должен быть вашим личником. И 1 трехзвездочник справа должен быть вашим личником. Итак, все остальные статусы. Ну, я вижу, что вы пишете понятно, поэтому я иду дальше. А дальше лидеры есть? Лидеры приготовились, ручки взяли, тетрадки взяли, записываем. Итак, амбициозные. Для вас информация. Прежде всего я вам расскажу о семейном бонусе. Этот бонус начинает выплачиваться мгновенно после активации пакета VIP. Потому что если вы зашли на пакет VIP, значит, вы уже понимаете, какие деньги здесь платят лидерам. Значит, вы уже понимаете, куда можно идти. И вы будете рассказывать, а, соответственно, вы будете приглашать людей, партнеров. Вы будете строить структуру. Что такое семейный бонус? Ребята, приготовьтесь, это бомба. Самое настоящее, потому что семейный бонус – это чек от чека.
или матчинг-бонус от ваших лично приглашенных партнеров и их лично приглашенных. То есть от вашей первой и от вашей второй линии. Как только вы сделали апгрейд на пакет VIP, с семени, с плода, неважно, или пригласили партнера на пакет VIP, каждый получает в свои руки семейный бонус. То есть вы будете получать от первой линии чек от чека 20%. Например, заработал ваш партнер сегодня $10. Вы получаете 2. Заработал ваш лично приглашенный $100. Вы получаете 20. И это ежесекундное начисление. Не надо ждать месяц, неделю, день, еще сколько-то. Понимаете? Поэтому мы говорим, первая линия – это залог вашего успеха. Первая линия – это рост в вашем кошельке. Это очень и очень выгодно. Представьте себе, что у вас лично приглашенных 10-20. Вы уже начали строить свою команду мечты, ваши люди начали работать, и вы просто будете видеть в своем кошельке поток денег, долларовый дождь. А нужно для этого всего лишь иметь VIP-пакет. Но я здесь остановлюсь вот на чем. У нас нет обязаловок в плане апгрейда или входа. У нас есть пакет семя, у нас есть пакет плод. Вот для этих двух стартовых пакетов семейный бонус не работает. И поэтому, если у вас нет лично приглашенных, если у вас нет структуры, не торопитесь делать апгрейд на пакет VIP. Апгрейд на пакет VIP нужно делать только тогда, когда вы понимаете, что у вас есть первая линия. И что ваша первая линия работает. И что она зарабатывает. Согласитесь, выгодно помогать своим партнерам, правда? Обучать их, помогать, подсказывать, да? Чтобы ваши партнеры зарабатывали как можно больше, потому что вы будете всегда получать 20% от их чека. Очень выгодно. А первая линия-то тоже работает. И, соответственно, если она зарабатывает, вы будете еще получать 10%. Но здесь я хочу остановиться вот на чем. У нас будет такое понятие, как, сейчас вспомню слово, компрессия. Вот, компрессия. То есть мы же с вами знаем, мы работаем, да, мы пригласили первую свою линию, они пригласили нашу вторую линию, потом идет третья линия, и кто-то из них выбыл из игры. Ну, просто перестал работать. И тогда вот эта третья линия, она для вас будет второй. Для него она будет первой, а для вас он будет второй. И вы ничего не теряете. Вы зарабатываете. Понимаете? Вот я очень хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Не теряются доходы. Не теряются. Все продумано так, чтобы активные партнеры зарабатывали в разы больше, чем было до этого изменения. Звук, вот пишут, что звук есть. Если что, обновляйте и перезаходите. То есть семейный бонус
открывается сразу после того, как в вашем кабинете загорелось, что вы VIP. Корона у вас там загорится. VIP – семейный бонус. 20% чек от чека с первой линии, 10% со второй. Если у вас первая линия не работает, а у них работает их первая линия или там вторая, то идет компрессия, и тот, кто под вами первый стоит в вашей структуре, он будет ваш первая линия, и с него вы будете получать 20%. Здорово! Супер здорово! Ну, а теперь давайте перейдем к очень сладкому. И очень сладкое у нас начинается для лидеров со статуса 4 звезды. Как только вы становитесь 4 звездами, вот я вчера слушала Татьяну Покатило, и вы знаете, улыбка прям вот не сходила с лица, потому что когда она говорила о том, ребята, ну мы же вам 1,5 года говорили, не ждите, не сидите, работайте, идите к 4 звездам, потому что 4 звезды – это уже лидеры, потому что вот у нас такой замечательный президент, который... для лидеров делает все, чтобы они зарабатывали. Многие нас не услышали. А улыбка у меня была, потому что я знаю многих людей, которые услышали, которые, несмотря ни на что, шли, работали, делали. И сегодня они 4, 5 звезд. Понимаете? Так вот, для лидеров у нас теперь есть лидерский бонус. И этот бонус потрясающий по своим возможностям. Ну, давайте начнем с того, что для этих лидеров мистер Чи сделал практически просто невозможное. Кто такие лидеры? Лидеры – это те люди, которые, несмотря ни на какие проблемы, работали, рассказывали, вели вебинары, там, школы проводили, на земле работали. И вот сегодня мы с вами видим результат. Это готовность нашего президента мистера Чи Юн Сука поделиться с лидерами доходами компании. 12% от товарооборота компании, от плодов, будет идти лидерам с 4 до 8 звезд. 12% с апгрейдов от плода, вернее, до плода или до VIP, будет идти партнерам с 4 до 8 звезд. 12% от дохода интернет-магазина на Юта Молл будет идти лидерам от 4 до 8 звезд. На Юта Коин мы с вами прекрасно понимаем, что у нас сегодня уникальная возможность стать инвестором нашей же собственной компании, покупая наши на Юта Коин. Так вот, 12% от дохода на Юта Коин мистер Че тоже отдает лидерам от 4 до 8 звезд. Ну и, конечно, новое направление – это на Юта Кофе. То есть с каждой проданной франшизы 12% будет делиться между лидерами от 4 до 8 звезд. И вот эти 5 видов направлений – это только самое начало. Будут и 6, и 7, и 8, и 10, потому что мистер Че поставил перед собой задачу сделать целый консалтинг на Юта Глобал. И направления будут расширяться, увеличиваться, прибавляться. Давайте просто немного посчитаем. Вот, например, если товарооборот компании за месяц только от плодов составит 1 миллион долларов, то 12% – это 120 тысяч долларов.
Эти 120 тысяч долларов будут делиться следующим образом. От 12% 5 пойдет 4-звездочникам, 3 – 5-звездочникам, 2 – 6-звездочникам и по 1 – 7 и 8-звездочникам. Ну, коли мы пример взяли 1 миллион долларов, это 120 тысяч долларов, соответственно, 4-звездочникам будут делиться 50 тысяч долларов, 3-звездочникам 5-звездочникам 30, 6 – 20 тысяч долларов и 7 и 8 по 10 тысяч долларов. На сегодняшний день у нас пока еще нет 7-звездочников, мы их ждем в Казани. А вот 4, 5 и 6 у нас есть. И вот эти люди получат лидерский бонус от прибыли компании. Я вам привожу только один пример, один вид дохода. Только товарооборот компании от плодов, от проданных плодов. Как они будут делиться? Поровну-то нельзя, правда? У нас же есть 4-звездочники, которые, ну, повезло людям. А есть те, которые работают. И, соответственно, вводится бальная система. То есть, если лидер приглашает человека на пакет плод или VIP, он получает 3 балла в свою копилку. Если личники, то есть вторая линия, приглашают плодов, то лидер получает в свою копилку 2 балла за каждый плод. А с третьей линии и до бесконечности за каждый плод начисляться будет 1 балл. Этот бонус будет выплачиваться один раз в месяц. За месяц будет подсчитываться, у кого сколько баллов накопилось. Затем они будут складываться. Вот в нашем примере цифра 50 тысяч долларов. Соответственно, 50 тысяч долларов разделится на общее количество баллов. Выяснится стоимость 1 балла. И потом эта стоимость будет умножаться на количество баллов в кабинетах лидеров. Ну, например, накопилось у вас 30 баллов. Не видно, вот здесь пишу. 30 баллов. А у кого-то 300. А у кого-то 500. Один балл посчитали? Рассчитали, что он будет стоить примерно, ну, пусть будет 5 долларов. Вот это и будет начисленный бонус от первого вида дохода. А у нас есть еще второй, третий, четвертый, пятый. Вы понимаете, о каких деньгах речь идет? Ребята, напишите мне, пожалуйста, вы понимаете, о каких видах дохода идет речь? Вот, например, у нас 6-звездочников только 2. И если за месяц будет 1 миллион товарооборот, то 20 долларов разделится на двоих. Просто премия с одного вида дохода. 10 тысяч примерно, да? Ну, там или 12,8. Тоже неплохие деньги, правда? А потом посчитается, сколько заработано на апгрейдах, на плод и на VIP-пакет. А потом посчитается на Юта-Молл, сколько продукции продано, да? Давайте опять же возьмем 6-звездочников, их же всего 2, проще считать, правда? Например, 20 тысяч с товарооборота компании от плодов делится на 2. Еще с апгрейда пусть будет 10 тысяч на 2. А потом еще на Юта-Молл еще 1030 на 2.
А там еще на Ютакоин тоже там будет доход там по 5, по 8 тысяч. Ну и на Ютакофе скоро стартует. Вы меня услышали? Напишите цифру. Да, правильно, Шансу, правильно. Как говорит Леонид, проблема одна, куда девать деньги. Ну, мы найдем, куда их девать, не надо волноваться. Напишите мне вот примерную цифру, которую вы сейчас от меня услышали, для тех, кто сегодня уже в статусе 6 звезд. Посчитали, нет? Много! Правильно, Светлана, много! Но здесь есть одно условие. Коли уж ты лидер, то давайте и немножко мы вас потревожим. И это условие называется активность. Вот именно для лидеров. Правильно, Линара, молодец. Акшагуль тоже, все правильно. Это за месяц, вы понимаете? Помните, президент Академии Business of Life, наша несравненная Гульнара Садуова все время говорит, она мечтает о 100 долларовых миллионерах. Ну, посчитайте, если 50, 100, 200 тысяч долларов в месяц, сколько надо времени для того, чтобы стать долларовым миллионером? Очень мало. Надо только поработать. Ну так вот, чтобы такие бонусы иметь, от лидеров теперь требуется активность. Не от всех партнеров, а только от лидеров с 4 звезд и выше. Что такое активность? Вчера Татьяна покатила, сказала так. Мистер Чэнг Сок просто как с малыми детьми с нами обращается. И это, наверное, действительно так. Посмотрите внимательно на экран. Нам дали право выбора. Чтобы подтвердить свою активность для получения таких шикарных доходов, лидеру нужно за месяц в первую линию пригласить одного плода. Это реально? Это суперреально, да? И элементарно просто. С такими-то условиями. Но если вы по какой-то причине не смогли пригласить плода, помогите пригласить своему личнику. Потому что если ваша первая линия пригласит одного плода, то вы выполнили условия по активности. Но если по каким-то причинам ни вы, ни ваш личник не пригласил плода, ну тогда идите в магазин и купите продукции на 50 PV. Всего-то 100 долларов. Это даже меньше стоимости одной баночки соли. Это всего-то, ну, 5 кусочков мыла или 6. А кто у нас не покупает мыло? Кто у нас не покупает соль? На Ютачевон, Таджевон. И кто не будет покупать новую волновую соль? Я таких не знаю. Поэтому, в общем-то, эти условия по активности очень и очень просты. Правильно, Наталья, правильно. За 50 тысяч долларов и 10 можно пригласить. Но, конечно, можно и 10, и 20, и 100. И это будет. Просто нужно немножко помнить, что лидер – это все-таки лидер. И есть некоторые ограничения. То есть, если до 1 июля, являясь 4-звездочником, вы не сделаете апгрейд на пакет VIP,